I'm flabbergasted that there are still Russians who are truly surprised when they find out that Ukrainians don't like Russians. Like, wow, isn't that the most obvious reaction of the population of the country that was invaded by Russia? I'm telling you, I doubt that in my lifetime Russians will be forgiven by Ukrainians, because they don't feel remorse at all. They just like always right, you know. And now let's listen to this intercepted phone call with two Russians discussing how bad Ukrainians are because they don't like Russians. Let's go. Я приезжаю, делаю УЗИ. Это хуйня, еду в госпиталь, разговариваю с терапевтом. Так и так, просто еду в другую часть. Ну просто на восточную, нахуй, еду в часть. Командиру части, нахуй. Разговариваю, беру отношения. Приезжаю с этим отношением в часть, говорю, вот так, и так, и так, и вот так, и вообще у меня, скажу, психика, нахуй, нарушена. Ничего такое. Психика нарушена? Это психика нарушена, тебя и туда не возьмут. Слово психика нарушена вообще, наверное, не надо говорить. Ну, короче, хуёво со здоровьем. И просто, нахуй, перевожусь. Я, конечно, переведусь тогда, когда я все подготовлю, документы все переговорю. Уеду обратно, потому что если мы не приедем, то другие тоже не сходят в отпуск. И после этого откат поворот. Хорошо. Мне так на сердце неспокойно. Сегодня вот девушка написала, ну я новости-то вот смотрю сегодня, я так понимаю, где вы находитесь приблизительно, что там такие, в общем-то, сейчас тоже и бои идут. Ну, в общем, короче, вот женщина написала, что сослуживцы позвонили, сказали, что сын погиб. Ей говорят, ну вы подождите, типа, ну, и она говорит, ну уже два человека позвонила, говорит, когда мне, типа, должны сообщить-то? Ну, типа, ей говорит, так может это еще неправда? Она говорит, как неправда? Говорит, два человека уже позвонили, сказали, что мой его сын погиб мой. Ну и все, и вот сейчас другая женщина написала, говорит, тоже все, говорит, мой сын погиб. Дима, я вообще в шоке, Руслан. Ну там, короче, бои идут. Эти укропы пытались попасть. Эти укропы странные, хуярят тут день и ночь, нахуй. Одна нацистка была, женщина, девушка. Ну. Она, ну, короче, ну, взяла клеймо на трупах наших ребят, на живых, на раненых, короче. Технику взрывала, публично снималась. И, короче, въебали. Ёбнули ее нахуй, публично сняли смертную казнь, нахуй. Тварина такой. А, да ты что? Так а да, кто ее? Наши, что ли, так? Наши же так, нет, гуманные. Конечно, конечно, надо так идти. Еще там в Киеве, короче, сделали в ресторанах форму силуэт солдата русского, типа блюда. Ну, как это сделано? И типа подают его на пенсии и едят у нас, типа солдата русского. Долбоебы, нахуй. Так а еще мало того, это вот там сейчас они стали колбасу делать какую-то там, и ну такое название, нет, нехорошее, что типа, ну, про нас, про российских этих, как типа из российского мяса, ну вот как-то человек, ну какое-то вообще название безобразное. И вот еще везде хвастаются, вот у нас новая колбаса, вот так называется, ну, против нас вот эта вся пропаганда. Actually, we do not need any propaganda to not like Russians right now, because, again, they invaded my country. I don't want them to die or something, I just want them to get the hell out of my country and leave us to live the way we want, you know. Anyways, thank you so much for watching this video till the end. Please smash your like button and write a comment under this video to help me out on YouTube. I'll see you next time, hopefully, and goodbye to y'all.